проходить освидетельствование состояние опьянения на месте, дышать в алкотестер будете? Выдох нужно будет сделать в присутствии понятых, проверить ваше состояние. Пили вы, не пили, будете проходить освидетельствование? А? Не громче знаю. Говорите. Я не знаю, что говорить, ребят. Будете проходить или нет? Или отказываетесь? Я не знаю, что говорить. Алкоголь, алкоголь употребляли? Нет. А? Нет. Не употребляли алкоголь? Вот давайте пройдем освидетельствование. Будете проходить? Отказались от места свидетельствования. Почему? Потому что признал, что действительно вчера выпивал. Выпивали, да? Что выпивали? Крепкое пиво, Балтика 9. Балтика 9. Работаете вот на этой машине ездить? Да. А зачем за руль сели? Хотел съездить заправиться. Согласны пройти свидетельство на месте? Да, конечно. Согласен, человек пройти, это его право. Как шарик надувать. Дуйте, 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 дуйте. Достаточно. Идет анализ. 677. Допустимое 0,160. Что выпивали? Шампанское. Много выпили? Вот здесь нет, бутылочку. Бутылочку, шампанское? Да. Осознаете, что произошло вообще? Вот не будете больше так делать? Нет, конечно. Как вообще к водителям в нетрезвом виде за рулем относитесь? Отрицательно, конечно. Вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения? Конечно. Выпивали сегодня? Выпивал. За рулем ехали? Ехал. Подтверждаете это? Подтверждаю. Плохо очень с вашей стороны? Не сомневаюсь. Делайте выдох и все в прибор. Вы будете проходить медицинское освидетельствование? Вы будете здесь, ну, проходите. Вот, вам проходите. Делайте выдох. Сейчас, сначала пройдем, заполним бумагу. Леонид. Вот, держите. Леонид. Не надо, прибор. Делайте выдох.